Всем привет! Спасибо, что заглянули на наш канал. Меня зовут Маша. В этом выпуске я расскажу, как прошла выставка собак «Элита-2020» в городе Кемерово. Утро 5 сентября выдалось прохладным и облачным. Ночью прошел хороший дождь и на дорогах сыро. Хорошее начало дня. А что, бывает и хуже. Лишь бы дождь не помешал нам хорошо выступить и не испортил прическу шпица Беллы. Утром муж поиграл с нашими собаками. Было видно, что таким образом он пытался скрыть свое волнение. Я тоже переживала за эту выставку, потому что наша программа минимума на сегодня – это получить разводную оценку. Белла будет выступать в промежуточном классе, а на прошлой выставке она участвовала в бэбиках. Начало в полдень, но мы, соответственно, приехали пораньше, чтобы пройти регистрацию и немного подготовить бельчонка. Из-за плохой погоды на площадке владельцы собак старались держаться поближе к шатрам и навесам. Муж с Беллой отошли в сторонку, играли, ходили, стояли, в общем, привыкали к обстановке. Мы ее когда спускаем с рук на улице только, она начинает сначала бегать, скакать, дурить и не хочет ровненько ходить. Поэтому мы ее чуть-чуть подурить отпустили. У нас еще полчаса до выставки. Ну, слава богу, дождик закончился. Но погода у нас, видите, какие тучи черные. Дождик периодически идет. Ну, час вот закончился. И мы вышли чуть-чуть с бельчонком погулять. Чтобы она нагулялась немного, а то потом не захочет идти. Вот, у нас 8 шпицов померанских выставляется. Мы будем на выставке. Я потом вам сниму выставку. Мы будем в первом ринге. Вот здесь выставка. Здесь на выставке сейчас ничего не продают, ни лакомства никакие, ни всякие там обмундирования, потому что выставка закрытая. Чисто вот для разводных оценок. Ну вот сколько собак. Вот. Ждемся, в общем-то. Наша Белла пошла в ринг. Ждет своей очереди. Ждет, стоит. Она просит, лавку поджала. Ох, сосранка моя. Влад, ставь. А я не узнала. Поправь сзади попу. Что ж там? Вот. Вот наша Белла встала. Осмотр нашего бельчонка. Такая в сторонку. Влад, тихонько ставь, чтобы ага, она не упала. Вот засрашка. Стой, прижми ее, чтобы она не ушла. Ага. Лапу так. Ой, в глазенке. Ну вот, побежала. Да, лакомство выпрашивает. Ой. Ай. Вот попрошайка, а ты посмотри. Белла, нельзя. Иди давай. Мама.
отстрелялась. Будем ждать теперь результаты домой. Беллу позвали на сравнение с беленькой собачкой. Пошлите! Я тоже что? А что сейчас? А сейчас что на сравнение их всех? Места что ли им будут давать? Наверное, я не знаю. Троих собак оставили. Один мальчик в центре, юниорка девочка, и мы в промежуточном классе. Вот из каждого класса по одному оставили. И, типа сейчас им будут места, наверное, раздавать. Такса! Такса! Лена, где у тебя такса? Миниатюрная! Ну я в сто раз говорила, на стол! Ну вот, девчонок наш отстрелялся. Первая сознательная выставка у нее. Она 4 месяца первый раз ходила. Ну что вы? На бусте этой группы сейчас. А, из шпицов вы идете, что ли? Лучшая сука. Она уже лучше сука. Первое место сука. Первое место бельчонок заняла? Да ты моя зайка. Да ты мама почарует мою. Да, чемпионку. Чемпионку. Нет еще, будут в том. На здесь будет. А это уже сейчас будут? Или еще ждать? Белочка. Было у нас в гости участвуют, вот все собаки, кто лучше какие-то места занимал, их сейчас на сравнение. Вот наша Белочка стоит. Сейчас будут сравнивать всех собачек. Что не тут все участники. И там малый шпиц. И все. Они стоят в стоечках, судья их там как-то пытается раздражать. Они проходки делают и в стоечку судья. А вон судья вот, в серой курточке. Лови. Но закрыл. Почему? Белочка сказала, что пройти. Вига, девчонка с мужем нашего. Вига, не надо? Да и не надо. Ну, тут сравнение всех собак, всех пород. А, я поняла, он же не у меня. Да нет, а один и тот же. Конечно, все грязно, везде, но, слава богу, хоть солнышко выглянуло к тому времени. Тогда английский девчонку идти. Все. Английский кокер! Выставляться как раз солнышко кокеры. Выглянуло. Посмотрите, какое небо. Сейчас дождь прошел. Заходите сразу 95-й, 96-й, 97-й, 98-й. Готовимся к чему. Так что не переживайте. Сравнивают. Нет, где? Больших проходки, маленькие прижались, собачата. Поздравляю. И вот следующие малявки пошли. А что такое босс? Я что-то не помню. Босс? Ну, это быстро всех, что сядь на одном углу, суки, значит, вот такой, да? Да, да. Чувствую. Нет.
куда-то, в общем, в сторонку их отвели, не знаю зачем. А опять больших вон пустили. Смотрят. Наша в сторонке стоит. А, ну нам надо сейчас же бумажку, нашу оценку, диплом забирать. Вот Влад как раз сдал, там диплом, наверное, ждет. А вот здесь места раздает. Третье. А малявок никого не оставили на место. Ну, одну вон там. Устал наш чемпион, пришла домой. Согрелась, покушала, мы ей вкусняшки надавали. Там, конечно, было очень холодно. Она вся дрожала от холода, еще плюс дождь. Да, все. Повезло, что когда мы начали выходить, он прервался, дождик, и мы, скажем, по-сухому пошли. Да, переживали, что вот уже по мокрому пойдет. На первые шпицы пошли, да. Они вообще под дождем шли. Все, устала, сейчас будет спать. А мы даже шубку не попортили, да, Бельчонок, скажи? А мы даже шубку не попортили, мы красотки были. Не знаю, что там наснимала, но что-то наснимала. Эта выставка оказалась для нас плодотворной. На экране перечислено то, что заработала наша малышка. Мы гордимся Бельчонком, она молодец. Это были все новости на сегодня. Надеюсь, видео вам понравилось. Если это так, то ставьте пальчики вверх. Поддержите Бельчонка. Поделитесь этим видео у себя в соцсетях. Это лучшая поддержка каналу. Также нажимайте на колокольчик и подпишитесь, чтобы не пропустить выход нового видео. А на сегодня у нас все. Всем пока и до новых встреч!